Очередной дерзкий теракт совершен сегодня и на юго-востоке Турции в провинции Диярбакыр. Боевики атаковали полицейский участок. Сначала подорвали заминированный автомобиль, расстреляли здание из гранатометов, а после открыли огонь из автоматов. Как сообщил губернатор, 5 человек убиты, 39 ранены. Среди них не только полицейские. На кадрах с места событий видно, что террористы фактически снесли бетонные стены полицейского участка и разрушили общежитие. Турецкие власти обвинили в атаке боевиков рабочей партии Курдистана. 2 дня назад теракт был совершен в центре Стамбула. Там погибли 10 человек, в основном туристы из Германии. В ходе следственных мероприятий турецкие власти задержали среди прочих 3 граждан России.